Друзья, привет! Мы с вами в Икее Дыбенко. Посмотрим, что нового интересного. Зеркала 400 рублей, 24 на 18. И вот такое 1000 рублей, 43 на 28. В металлической оправе. Вот еще новый декор. Такие две арки. 850 рублей. Набор украшений. Радуга с рисунком синий-розовый. Каменная керамика. Глазурь цветная. Две штуки 12 сантиметров. Ширина 18. И одна штука 8 на 10. Вот такие вот они. Песочные часы. 600 рублей. Новый цвет. По-моему, розовых не было. Да? 16 сантиметров. Стекло. А вот такое растение, декор, называется сухой букет, 389 рублей, 112 сантиметров. Ваза 18 сантиметров, прозрачное стекло, 400 рублей. Будильник, 700 рублей, 16 сантиметров, серебристый. Никакого раздражающего тикания, так как благодаря кварцевому механизму часы идут совершенно бесшумно. Новая ароматическая свеча, вишневый, ярко-розовый, 7,5 сантиметров, 59 рублей. Мешок для белья на 100 литров, 1400, такой плотный, сверху затягивается, с ручками. На сайте пишут, удобно для тех, у кого, кто пользуется прачечными, то есть вот грязное белье дотащить, а потом наоборот назад домой. В сыром виде или в сухом даже. Ну и в принципе для грязного белья, я думаю, удобно. Ну и для игрушек, кстати, можно использовать. У него жесткое такое дно. Как бы вот он весь жесткий. 1400. Таз 35 литров 700 рублей. Мешок для белья 800 рублей. Ну, это не новинки. Корзина для белья 3000. С крышкой. Вот такая корзинка 3500 на 80 литров. Вешалка с крючками 450. Вот такой паучок. Сушилка с 16 прищепками 330 рублей. Друзья, леопард. 300 рублей. Подкладка на стол 65 на 45. Бежевый прозрачный. Плотная. Вот она даже не гнется вот так вот почти. Леопард. Что нам нужен такой леопард? И смотрите, подставки для журналов две штуки, 270 тоже леопард. Друзья, новые корзинки. Они, конечно, декоративные, но смотрите, как они классно подойдут для фаленопсисов, для орхидей. Маленькие стоят 800 рублей. Это волокно банана, ручная работа, 20 сантиметров. И есть вот такие побольше, 1000 рублей, 32 сантиметра. Классные для фруктов. Для цветов. Вот они такие достаточно жесткие. И такие же новые абажуры появились. Цена абажур 3000, 44 сантиметра, волокно банана. Смотрите, как смотрится. Друзья, смотрите, какая милая новинка. Абажур 2500, 42 сантиметра, вязаный бежевый, ручная работа из ленточек вязаный. Вот он даже тянется, просто из ленточек. И вот эта новинка. Тут у нас веревка пришита, приклеена. 42 сантиметра, орнамент веревка бежевый, 2500. Вот такие новинки интересные. Новый чехол на изголовье, 90 сантиметров, 2000 стоит. Делает изголовье более комфортным. Особенно удобно, если вы читаете или смотрите телевизор, сидя в кровати. Ширина 90, нетканый полипропилен, полиэстерная вата, полиэстер. И он такой вот чуть-чуть мягкий. И есть еще серый вариант. Держатель для туалетной бумаги, такой металлический. Оцинкованная сталь, прочный и устойчивый к появлению ржавчины материал. Ширина 17, глубина 17, высота 56. А есть вот такой, и на него сейчас скидка. 750 рублей стоит. Друзья, и в Икее началась распродажа 17 июня. Смотрите, сумка, я недавно ее покупала.
А сейчас у нас со скидкой 79 рублей. Вот эти котики. Еще одно, что ли, взять. Классные сумки. Сушилка для столовых приборов 99 рублей сейчас стоит. Крышка внизу отдельно 29. 13,5 высота, нержавеющая сталь. Шампура. 4 штуки, нержавеющая сталь. Сейчас 200 рублей стоит. 45 сантиметров длина. Распродается форма для пресс для гамбургеров 199. Это алюминий. Ковшик на 2 литра сейчас стоит 1200. Друзья, появились кастрюли с крышкой. Кастрюл 3 литра 1700 стоит. Давно их не было, были ковшики периодически. Тут сталь, эмаль, ручки деревянные, мытье только вручную. Набор кухонной посуды, 3 предмета, 1300. Коробки, ковшик, ковшик с крышкой и кастрюля. Сервировочная миска 69 рублей, 20 сантиметров, прозрачное стекло. Силиконовые формочки 3 штуки, 300 рублей. Вот для яичницы, может, для выпечки какой-то. Зажим для банки силиконовый. Сейчас 49 рублей, 15 сантиметров. Помогает держать крышку, чтобы было удобнее открывать банки и бутылки. Вот таким образом, друзья. Щетка для посуды 39 рублей. Только розовые. С другой стороны липучка. Можно вот так вот прилепить куда-то. Дозатор 89 рублей. 450 миллилитров пластмасса. Варежка-прихватка 199. Вот такая варежка 179 серая. Кухонные полотенчики 2 штуки 149 рублей. Вот такие рисунки. Форма для духовки 18 на 13. Сейчас 349 рублей. Изготовлена из поливашпатного фарфора. Побольше 32 на 20 650 рублей. Кстати, смотрите, какая отличная выгодная цена. Стоило 1500. Тоже поливашпатный фарфор. И самый большой размер 38 на 26 тысяч рублей. Тяжелая очень. Друзья, смотрите. Выпечки со скидкой 169 рублей, 41 на 31 сантиметр. И форма для пирога с крышкой 400 рублей, 31 сантиметр. Такая вот крышка открывается, закрывается, и можно переносить, например, в гости пойти с пирогом. Три бутылочки сейчас 149 рублей. рублей. Вот такие крышки силиконовые, 3 штуки, разноцветные, разных размеров. Чашка кофейная с блюдцем сейчас 119 рублей. Контейнер для завтрака 179 рублей. Можно ставить в посудомойку, в микроволновку, в холодильник можно ставить. Контейнер для завтрака со вставкой 250 рублей. 1 литр объем. Зажим с горлышком, крышкой для пакета 89 рублей. Дорожная кружка на пол-литра 300 рублей. Стоила 700. Скидка на тарелки 28 сантиметров сейчас 200 рублей. Большая, можно в посудомойку ставить и в СВЧ. И маленькая 149 рублей. 18 сантиметров, светло-бежевый. Так, это поливашпатный фарфор, цветная глазурь. Коробка с салфетками бумажными, 100 штук, 79 рублей, 16 на 32. Салфетки распродаются, 30 штук, 29 рублей с рисунком, 69 рублей. Вот такие тоже 69 рублей, 20 штук, 33 на 33. С рыбками 69, 38 на 38. Вот такие 69. Салфетки 2 штуки 99 рублей, 45 на 45. Хлопок. Скатерть 145 на 240. Сейчас 500 рублей стоит.
Это хлопок по составу. Продается в рулончиках. Скатерть 800 рублей, 145 на 240. Это полиэстер 100%. Дорожка настольная 40 на 140, 300 рублей. 69 рублей салфетка под приборы, темно-зеленый, 35 на 45. Бокалы 4 штуки, 500 рублей сейчас. Стеклянное блюдо 32 сантиметра, 149 рублей. И к этому блюду 4 десертные тарелки, 21 сантиметр, 300 рублей сейчас, 4 штучки.